Бонжур, друзья! Хотите новый городской компактный внедорожник в меру брутальный и в меру утонченный? Тогда этот стильный французский внедорожник идеально вам подойдет. Peugeot 3008. Двигатель 1.5, 130 лошадиных сил, дизель. Коробка передач, автомат, комплектация, аллюр. Машина с нулевым пробегом, которая, естественно, прошла все 150 контрольно-пропускных пунктов от наших автомобильных экспертов. Цвет серый, очень красивый, посмотрите. Новый дизайн с вертикальными светодиодными ходовыми огнями, выполненными в форме клыков. Также замечаем крупную решетку радиатора без рамы. Автомобиль выглядит привлекательно со всех ракурсов. В общем, французским дизайнерам можем смело поставить твердую пятерку. Расход топлива средний, 6,6 литра на 100 километров. Задние стекла затемнены. Багажник достаточно вместительный. 520 литров и 1482 литра с сиденьями в сложном состоянии. 18-дюймовые легкосплавные хромированные диски. Дизайн напоминает цветок. Лично мне очень нравится. Протектор шин в идеальнейшем состоянии. Все-таки пробег 0 километров. Салон очень удобный и просторный. На заднем сиденье без труда поместится 3 человека даже высокого роста. Смотрите, сколько места осталось. Также дверной проем достаточно большой. Запрыгнуть в машину не составит никаких проблем. Сиденья очень красивые, выполнены в комбинации кожи и ткани. Вот с такой красивой голубой прострочкой. В машине имеется 3 системы крепления ISOFIX. 2 на задних сиденьях и 1 на переднем. На центральной панели можем регулировать воздух в нашей машине. Также имеется розеточка на 12 вольт. И 2 дополнительные розеточки USB. Вообще, интерьер Peugeot 3008 очень оригинальный, со сложной многоуровневой архитектурой передней панели, а также с подсветкой AmbiLight, которая располагается в дверях. Изогнутый рычаг коробки передач выглядит как какой-то инопланетный объект. Очень красиво и необычно. Здесь имеется достаточно большой отсек для беспроводной зарядки телефона. Также имеется разъем USB и зарядка на 12 вольт. Очень интересна информативная цифровая панель и кокпит. Удобно в своем поднятом положении и находится на прямой видимости водителя для обеспечения безопасности вождения. Рулевое колесо необычной овальной формы со встроенными элементами управления. Хорошо оборудовано для управления телефонными звонками, ADAS и круиз-контролем. Достаточно большой сенсорный экран. При помощи этих кнопочек мы можем управлять радио, температурой в нашей машине. Есть также навигация, настройки нашей машины, подключение к телефону через Bluetooth, а также Apple CarPlay и Android Auto. Также имеется четкая камера заднего вида с датчиками. Итак, подведем итог. Peugeot 3008 с его компактными размерами идеально подойдет для города. Также наличие множественных электронных помощников позволит вам себя уверенно чувствовать и на шоссе. Большой салон и большой багажник отметят любители путешествовать, а также те, кому нужно перевозить много вещей. Также машина идеально подойдет для тех, кто любит отдыхать на природе. Итак, друзья, заходи на сайт ratiauto.com и бронируй машину своей мечты, без каких бы то ни было обязательств и всего за 100 евро. Получи машину с доставкой на дом и с полной санификацией. Помни, что у тебя есть 14 дней для возврата или обмена уже купленной машины. И не забывай подписываться на наши социальные сети. Au revoir!